18 велосипедов угнали в Сарове с начала года, 5 из них на прошлой неделе. Причем ценовая категория не играет роли. Объектом внимания злоумышленников становятся велосипеды стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей и выше. Похищают велосипеды, которые никаким образом не заблокированы, то есть не пристегнуты, стоят в подъездах жилых домов, в тамбурах жилых домов. Соответственно, есть велосипеды, которые пристегнуты около домов, в подъездах жилых домов, там, к другим велосипедам, к батареям отопления, к лестничным маршам. Иногда воров все же удается вычислить. На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника и изъяли украденный велосипед. Еще 5 преступлений остаются нераскрытыми. Чтобы избежать подобных неприятных происшествий, рекомендуют соблюдать меры профилактики. Преступления не совершаются или совершаются крайне редко в тех подъездах и из тех жилых домов, на которых установлено видеонаблюдение. Потому что в 100% случаях лица, которые попали на камеру видеонаблюдения, личность их устанавливается, и они привлекаются к установленным законам ответственности. Если вы оставляете велосипед даже на непродолжительное время, к примеру, при походе в магазин, его нужно зафиксировать противоугонным тросом. Тонкие тросы легко перекусить, поэтому они тоже не гарантируют качественную защиту двухколесного транспорта. Самый эффективный способ профилактики – хранить велосипед в месте, недоступном посторонним. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.